Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 221 выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Вот. Сегодня я встал, посидел немного с айпэдом, вот, пришла бабка, мы с ней пошли, помылись, почистили зубы, вот, и пошли вниз. Бабка мне кашу там приготовила на завтрак, вот. Юлька сидела внизу тоже. Вот. Мы позавтракали. Вот. И я пошел наверх. А Юлька с а бабка с Юлькой остались одни там внизу. Вот. Наверху я докомпозировал свой саундтрек. Вот. Добавлял туда очень много сэмплеров. Вот. И знаете ли, это было очень сложно. Так, заходить в YouTube, шарить там в видосах с механическими саунд-эффектами, и потом их использовать как сэмплеры. Вот. Просто это очень сложно было так заходить в YouTube, искать видео с механическими саунд-эффектами, вот и потом их использовать как сэмплеры. Это требует очень большое, очень много сил требует. Вот. Но я смирился с этим и продолжал искать. Вот. Короче да. И я сейчас вам покажу превью этого саундтрека, который я скомпозил. Вот. И он вам понравится сейчас. Хотя, давайте покажу весь. Потому что все равно длина у саундтрека 30 секунд. А мне показывать сейчас не очень трудно будет. Вот. Сейчас вы все посмотрите и послушайте его. Охрененный саундтрек, согласитесь? Вот. Короче, да. Сидел композил. Вот. Потом пришла э, Сюзанна. И начала меня спрашивать, какой у меня любимый спорт. Но я ей говорил, у меня нету любимого спорта. И потом понеслась уже. Она начала мне перечислять э, виды спорта. Попросил меня выбрать один, который мой самый любимый. Но я ей ответил: у меня нет самого любимого спорта. И она потом продолжала все то же самое делать. Просто застрелиться хотелось из-за нее, потому что на меня немного бесила с этим. Вот. Но я не злюсь на нее. Нет. Я ей говорил. Прекрати, пожалуйста. Ну, естественно, на английском. Вот. И потом она за мной начала ходить. Ни с того, ни с сего. За мной ходить и спрашивать меня, какой мой любимый спорт. Вот. Потом Роджер ее позвал, и она пошла вниз. Вот. И у меня сегодня возникла идея. Сделать ОСТ по игре Токабу, да, все знают Токабока. Даже Сюзанка знает Токабока, у нее там есть. Вот, короче, да. Времени совсем мало понадобилось, потому что саундтрек-то тоже был такой короткий, но немного подлиннее, чем мой, который я скомпозил для Токсигу для его четвертого чаптера, опять вам напоминаю. Вот. Короче, да. Сделал. Вот. Потом спустился вниз. Там мы пообедали. Вот. Потом стали отдыхать. Сюзанна с Ванессой опять бегали. Ванесска бегала с фоткой Сюзанкиной. Которая ей нужна была для чего-то. Вот. Ну и, короче, да. Вот такие вот дела сегодня были. Вот. Потом бабка мне сказала, чтобы я спросил у Юльки, будет ли она кофе. Вот, и она сказала, что будет. Еще сказала мне, что она будет э, два сахара и молоко. Вот, бабка это все сделала, и мы пошли ей давать. И мы, знаете, как дали? Мы ей сказали, ваше благородство, что-то там уже не помню что. Вот, вот вам кофе с молоком и двумя сахарочками. Вот, короче, да. Потом я у Юльки спросил, можно ли нам в сад? Вот она говорит, можно, да. Вот и мы пошли в сад. Да. Там прыгали. Сюзанка опять охотилась за тапками и носками, потому что Ванеска заходила в них в трамплин. Вот. Ну и короче да. Еще мы играли сегодня в игру, которая представляла из себя вот это вот. Сюзанка и Иванеска просто меня вот тянули за руки по всему трамплину вокруг. Вот. И мы также делали с Сюзанной и Вот. Брали их за руки. Вот. И таскали по всему трамплину. Вот. Потом мы напрыгались. И мы стали играть в музыкальные статуи. Вот. Сюзанка говорила, что нужно играть. И что-то если кто-то не танцует, то нужно говорить. Ты уходишь. Короче, да. Самому вот так вот играть у меня не получалось. Поэтому у меня возникла идея. Взять iPad и э, включить туда музыку. Ну, чтобы игра поинтереснее была. И знаете, какую я музыку включил? От композитора Saber Pulse самый крутой трек в мире. Вот какой я поставил. Close to me, close to me, close to me. Close to me. Хороший саундтрек был. Прикольный вообще. Просто огонь на все стороны просто. Очень прикольный трек. Вот. Бабка снимала Сюзанну, как она танцевала. Сначала она танцевала одна, но потом пришла Ванесса и начала за ней повторять. Бабке так смешно стало. Я сам не понял, из-за чего, но ладно. Короче, да. Потом нужно уже было идти домой, нас позвали. Вот, мы поужинали и пошли наверх. Вот, сегодня с Сюзанкой играли в прятки. Что правильно, давно мы с ней в прятки не играли, с нашей Сюзаночкой. Вот. И я, знаете, как хитро прятался... Сначала я прятался в оранжерее за диваном, что очень сложно найти. Потом в гараже. Вот, и после того, как я спрятался в гараже, и меня Сюзанка нашла, Юлька сказала нам, чтобы мы больше в гараже не прятались. Вот. Короче, да. Ну, тоже логично. Чё ж. Короче, да. Потом, через какое-то время я наигрался и пошел наверх. Вот. И вдруг ни с того ни с сего меня позвала бабка и сказала мне, иди к сюда на разборке. И она начала меня спрашивать очень пустяковый вопрос. Слишком пустяковый. Почему-то с Сюзанкой не играл. Вот я сказал бабке, я наигрался, а бабка мне отвечает. Так надо было ей сказать? Вот, короче, да. Такой пустяковый вопрос был. Вы даже себе не представляете, какой. Вот. Короче, да. Вот. Потом бабка мне дала одежду. Я ее отнес. Вот. Пришел вниз. И стал декомпозировать свой саундтрек. Докомпозил, Добавил туда немного сэмплеров. Вот. И потом можно уже было переносить в iCloud. Вот. Я написал Токсигу, что я и этот саундтрек перенес, и тот, который должен был использоваться в катсцене. Вот. Но он мне все равно вообще там не отвечал, ни одного ответа я у него еще не видел пока что. Вот. Должен мне ответить-то. Вот. Потом мы пошли с бабкой мыться. Помылись. Вот. И бабка мне сказала чтобы я закрыл немного окно, все сразу не закрывал. Вот, выключил верхнюю лампу и включил настольную лампу. Вот. Короче, да. Я пришел вниз и сделал так. Она мне так сказала сделать, потому что... Ну, не знаю, наверное, потому что... Э... В верхней лампе свет, может, перегорел. Или будет перегоревать. Вот. Короче, да. Потом нужно уже было спать, ложиться. Вот, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, заходите еще совы. Всем пока.